Всегда есть такой островок счастья, который ты такой, круто, классно, есть добро в этом мире. Скажу вот по своему опыту, у меня на работе слишком много таких островков. Ну вот... Слишком много добра, что я один-единственный в своем департаменте, кто все это добро впитывает. Я нашел, ура! У нас в коллективе 12 человек. Из них два парня, я и мой коллега. Остальные все девушки. Ну, я бы сказал, девушки... женщины такие. С опытом. Кто СС на кого? И кто хилит? Гринки и Ёж хилит? Гринки. Получается, что так. Гринки на дракона хилил здесь? Нет мозга. Ты где? А вообще был в этом месте? Все, я здесь, извините, руки мыл. Ну, типа, ты это, скажите ему, как хилить тогда, или если кто-то вместо него похилит, то... Так ты похиль, ты же знаешь, как хилить. Запускайте. Давайте, с первого раза я иду за пивом. Не, ну я понял, да, нелогично. Ты знаешь, как дамажить, а дамаг здесь нужнее. Чё, запускать? А чё, кто не будет? Да, Тагарев, слови. Герус дадим на первое и лужа. Так, надо сосредоточиться. Искра. Надо подождать. Это заклинание еще не готово. Искра. Thank you.
Да, все молчат. Чё? Ну, началось. Ты твой сбегал. Я не знаю, кто еще. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание еще не готово. Надо подождать. Это заклинание еще не готово. Я пока звезду. Звезду. Отлетели. Отлетели. Надо подождать. Я пока не могу прочитать это заклинание. Блять, анимация из-за них не видно. Отлетели влево. Я пока не могу прочитать это заклинание.
Меня хил надо. Все, захилился. 26 статов. Я пока не могу прочитать это заклинание. Учитесь, блин. Че, все? Вот что ребрышки делаю. 26 стаков. Сестра моя, что за... Опа-на! Это что за красивая шмотка? Так, это что за мой скипетр? Кольцо и меткость. Должны были быть остановлены, несмотря на последние прегрешения. Надо кому-то кольцо. А, это же ловкость, блять. Зачем оно мне так? Ну что, у нас гринки умер? Это боешка. Если кому-то очень надо, то скажите тому, кто выиграл. Я от всего отказался, короче. Полетели куда там дальше. Ну чё, ИСА или НАКС? Мне хуй знает, надо вам ИСА это, блять, вы посмотрите, если... Ну я хуй знает. Ну, мне вот хотелось бы, конечно, ИСА, если есть такая возможность. Ну я давайте, не... то быстро, ловится. Ты кольцо, боешка, она же в ГИ идёт, нет? Ну хотите, дайте, если не носить никто не будет. Я отказался просто. Лишь бы а кому нужно? Ну, кольцо топовое. В общем, оно многим нужно. Но на самом деле, если честно, да, это кольцо лучше продать и купить нормальные шмотки. Ну, смотрите. Так. Да, проебали мы знатно время. Тут только разбиваться, как это будет выйти? Тут только разбиваться? Не понял, что разбиваться? Как выйти отсюда, да? Там на драконе взлетаешь, и портал есть такой, в него нажимаешь, и появляешься у входа. И там уже отлетишь дальше. Забавно. Вот когда два профи хилят на драконах, у меня 420 тысяч, у тебя 470. У меня 327, у тебя 309. Вот, блин, профессионалы. А кто хилил? Ты и я. Лучше на дамаг посмотреть. Там вообще рядом никто не стоял. Ну нет мозга, там топ по стакам. Так, 1.5 миллиона. Ну, обычно я где-то столько же делаю. О, Роланда 800 су. А что там хилить? У меня вон Вуду, я смотрю, ну какой дракон просел. Типа даже бывает, что он дыхание, видно, что пол хп там снес. И его просто начинаешь хилить уже. Даже похуй, если где-то 2 стака накопил. Цель ну, захилить. На словах-то это легко. На словах это легко. Но вот по делу-то, видишь как. Мы приходим, и вечно хилит двое. Или вообще там один... Чем остальные занимаются, вообще непонятно. Ну, как сказал пан, нет предела совершенству. Вчера вот мы тоже, конечно, дали жару, блин. Мы показали все худшие стороны наши. Нет, мы ничего не показывали худшего. Там просто были люди, которые там первый раз. Люди, там человек 5 было не одетых. Ну, не одетых просто, потому что, блядь, ну, не стоило идти вообще туда. Ну, типа, блядь. Они, во-первых, с 21 играют, эти люди, они уйдут с гильдии. Саноки вот эти вот, которые там. Ну и пуги. Пуги, это ты сам знаешь. Два вайпа, пуг офается, ливает, блядь. Просто отходит в АФК и ничего никому не пишет. Я вижу АФК, я сразу уже знаю, что он все, он кончил, блядь. Вот, так что гильдия и пуги это разные вещи. Ну и опять же, не одетые персы и одетые персы это тоже разные вещи. И люди, которые знают, что делать на дракона, и которые нихуя не знают, которые первый раз тоже разные вещи.
Лучше мне скажите, какой-то кап чести есть или что, я что-то не вкуриваю? Да, есть. Есть. Сколько он? По-разному. Недельный 90 тысяч, по-моему. Короче. Ну, там, короче, по-разному. Там зависит от того, какой у тебя, типа, уровень в PvP. Вот у меня сейчас недельный 1900 чести. Все понял. Короче, я купил на Алло этих значков, блядь. И походу, как долбоёб их натыкал. А у меня был кап, а я этого не видел, блядь. Ну, а я купил их 20 штук, блядь. На 600 этих осколков, блядь. Кого там сумонить надо? Или локовости, чё вы тут стоите? Лок здесь, с шкафом. Кстати, про Вуду. Я просто Shift-V нажал и чисто вот по этим... Как они там называются? Да я понял. Ну, а какой смысл, если на табличке это проще 100 тысяч раз? Я к тому, что даже если человек не установил Вуду заранее, можно выкрутиться, типа. Ну, можно, но вытащить панельки рейда и все. Вот, кстати, в десятке почему-то я не смог вытащить панельки. Кстати, я не знаю, тут один танк нужен или нет, я уж не помню. В одного, наверное, попробуем, да? Может, еще в одного хила попробуем и заебись? Ну, в одного хила кого? Гринки по мане садится. И да, я тоже. Иннер есть. Тотем, Иннер и Гимн. Пошли. Тагарис, что ты там? Ну, попробовать-то можно, конечно. Не, я типа не знаю, как будет. Я не помню, сколько он там бьет. И хватает... Он в руку хватает, да, по-моему, два танка надо. Он хватает в руку танка и типа потом второго по гробу. Ну, ДК может перехватить спокойно. Я помню, тогда ходил с Шумским, по-моему, своим ДК альтом 201 ПС. Нормально танчилось. Так, где мой жезл? Ценамон, а ты его не будешь носить? Не хочешь, он тебе не нужен? Кольцо ты не будешь носить? Оно не подходит ДК? Пиздатая, да. Че, у нас дырка там, да? Да нет, какая нахуй дырка. Оно скрыто, мы СП. Гринки, ты вот это носить будешь, нет? Просто у тебя не намного лучше, я смотрю. Я бы сказал, вообще не лучше. У тебя есть 2 часа подумать.
Интересно, а вот здесь какого-то босса хотели придумать, интересно, или просто так? Где? А вот здесь. Свободный проход, который. Дырка типа или что? Ну, здесь, вот если на карту посмотрите, здесь черепок нарисован. Видите? А-а-а. Как будто там босс. Но босса там нет. Симметрия понятна, но черепок нарисован. То есть, если вы посмотрите на другие карты, ну, других инстов, где черепок, там босс. То есть, плюс, там комната, она не отсутствует, она просто закрытая. То есть, теоретически, там как будто такой скрытый босс. Сорян. Рот поставлю, джипсы починитесь. Возможно, просто за 15 лет никто не понял, как надо открыть секретного босса. Я бы на самом деле наоборот сказал. Если там босс появится, то скорее на Сирусе. Какой-нибудь там 300-й там левел. Где комната... Ты заходишь, пуляешь босса, комната просто взрывается, всех шотает и нет тактики. Просто непроходимый инст. И там попадают 300-е шмотки. Встал рыбу. Да. В него, короче, монетки Джулии кидаешь, и у него хп тратится. Не забывайте, не стойте близко друг к другу. Поехали. Здесь пока что никак. Это поставки и с острова дают монеты Джулии. Ни того, ни другого у нас нету. Так, давайте. В Дак Така. Сейчас. Угадал? Нет, в Гаргулье. Сейчас в Войд Фури пойдет. Нет, в Орландо. Но я был близок. В нет мозга. Ой, ой, фури, ты чё? А Гридыч это новый у нас лог, да, получается, какой-то такой вот. Молчат все, да? Mm-hmm. Давай, базука, жги. Мне, знаете, что кажется? Мне кажется, было обновление, и все порезали к чертям. Потому что что-то слишком легко все. Просто мы войс натерпелись. И отрываемся, типа, да, такие. Судьба увидела наши страдания, да.
Но я не увидел, к сожалению. Надо было показать мне. Ну, видео есть, если что, потом на канале, блин, на ютубе посмотришь. Пиздец. Там каких только вайпов нету, блядь. Ну, я вот, то, что я увидел, у Гринки просто шмота пока что мало, он по мане садится. И все. А второй хил я не увидел же его, я вообще не знаю, что там. Сейчас в Наксис соберет. Гринки, а ты в Диси? Я не знаю, там босс вообще изи всегда был. Он был в Диси, он мне отвечал. А сейчас в Диси он. Все, наше похождение окончено. Ну почему, а чё Накс? Можно Накс, но мне надо 10 минут, и я хочу пива, я не могу. Да иди, конечно, 10 минут, там, трэш пока побьем. У меня такие ребра, что это пипец просто. Я их 2 дня мариновал в аджике, в смеси трав. И это пиздец. А, Гринки, Гринки, ты тут, у Диси? Это самое... Вообще, нашел его, короче, хуяк, смотрю, возле банка медведь стоит. Ободранный, этот, голодный. Не-не, просто и такой, и без гильдии смотрю, ну пишу, типа, а что ты без гильдии, тут хз, го в гильдию, типа. Он что-то пишет, еще есть, говорит, шаман, и кто-то еще, про товар, что ли, или ретрик, блядь, уж не помню. Они рядом стоят с опущенными головами, да? Вот. Ну, типа, если челик будет играть, то это круто. Ну, как-то это самое, не знаю. А если, допустим, пойдет за какими-то лучшими системами, то, блядь. Как жизнь? Пока! Это уже все от него зависит. Кстати, что те челики там, так я и не связался. АФК-шит. У меня же важное дело сегодня.